Доброе утро, друзья. Сегодня 7 декабря, четверг. Снова на работу, снова на жилище. Вот. Вчера у нас приехали коллеги, проектировщики, руководитель наше разделение. Показывал нашу насосную, рассказывал. Есть предложение, будем решать производственный вопрос. Они сегодня еще работают и потом отправятся в Москву. Так что и у нас вот сейчас на улице ветрено. Немножко снег был. Вот. В целом хорошо. Остановка у нас называется Комсомольская, улица Комсомольская. Вот. Такая теплая остановка. Чистенько, аккуратненько. Можно зарядиться. У нас в Ульяновской области кадровая ротация, изменения. Я думаю, что что-то позитивное должно произойти. Вот. Впереди новогодние праздники, новогодняя суета. Поэтому всем побольше позитива в уходящем году. И чтобы все было хорошо. Приятно, что мои комментаторы пишут различные свои мысли, высказывания. И среди моих подписчиков очень много людей разного возраста. С уважением отношусь и к тем, кто молодые, и к тем, кто уже старики. Обмен информацией, обмен мнениями, своими опытом, мудростью. Это очень хорошо. И забавная энергия молодых, она позволяет двигаться дальше. Вот. Пока мои знакомые здесь на Рильске молчат по поводу возможности посещения креативных зон, сегодня обещали прислать план мероприятий на новогодние праздники. Может быть, что-то куда-то попасть именно вот в этот период. Вот. Так что всем хорошего настроения, четверга, и работаем дальше.